Всем привет. У нас, вообще говоря, сегодня интересная тема. Для меня, по крайней мере, показалась ужасно интересной. Ну, собственно, их две. Одна — это метаклассы. Тоже интересная тема. И тоже ужасно. Ну, в смысле... Ну, в общем, да. Значит, смотрите. Осталось нам про классовую модель поговорить в Питоне. Про такую интересную штуку. Мы с вами поговорили про то, как создавать объекты, как унаследовать класс от другого класса и, соответственно, модифицировать его. Вот. Мы даже написали, если мне не изменяет память, функцию декоратор, который порождает класс. Почему бы нет? Да? Написали внутри класса класс, фигак, он, вернули его, всем хорошо. Еще мы видели примеры, и некоторые из нас так поступали. Я вот смотрел домашние задания, когда надо было делать, модифицировать класс. Можно делать так называемый monkey patch. Monkey patch — это когда вы залезаете пальчиками прямо внутрь имеющегося объекта в процессе его жизни и прямо туда добавляете его всякие свойства, меняете его. Вот. В Python это вполне нормальная ситуация. Это, тем не менее, называется monkey patch, потому что понятное дело, что у вас... слегка меняется семантика программы, то есть до того момента, как вы заманкипатчили свой класс, он выглядит одним образом, а после этого другим, да? Вот. Именно, собственно, против такой ситуации в коде выступают декораторы, да, которые могут... Но, так или иначе, мы не имели дело с довольно простым соображением. А как нам, собственно, создавать классы самим? Не откуда-то там вот унаследовать, а просто создавать. Вот. На самом деле, это все очень просто. Вот. Потому что на самом деле класс создается так. Мы пишем что-нибудь типа C равняется type. Помните функцию type, которая нам с одним параметром возвращала тип нашего объекта. Ну так вот, субфункция type с тремя параметрами создает класс. Этот будет класс по имени Бу, например. Да? У него не будет родителей, это тюпль с родителями. И он, скажем, не будет полей. Или нет, давайте даже ради интереса сделаем поле А, которое равно 100-500. Вот у нас класс. Как вы думаете, что это такое? Это класс типа Бу. Обратите внимание на то, что он называется C, а имя у него Бу, потому что мы передали сюда Бу. Это недостижимо, если вы используете просто конструкцию класс. Но вы могли бы написать там класс Бу трали А100-500, а потом C равняется Бу, и получили бы то же самое. Вот. Ну, понятно, да? Значит, внутреннее имя, которое дается классу при его описании, и имя того... То есть ссылки, которые на него ведет, совершенно разные вещи. И этим классом можно пользоваться. Вот, пожалуйста. То есть все как у людей. Да? Как всегда это бывает в Питоне, красивая конструкция типа класс, да, это такой синтаксический сахар. Правда, довольно жесткий синтаксический сахар, потому что, ну, в смысле, довольно удобный, да. То есть, если этот сахар убрать, получится довольно жесткая картина, когда вы сначала создаете вручную методы, потом создаете вручную поля, а потом все это засовываете вот сюда. Да? Вот. А, значит, но, как обычно, в Питоне, вот это вот красивое описание класса, это на самом деле просто вызов соответствующего универсального конструктора type. Вот, просто оформленный для нас красивым образом. Мы можем даже, вот тут вот я сейчас попробую довольно сложненький классик заимплементить. Вот. Что я сделал не так? Почему тут слово класс? Должно быть слово type, да? Да, здесь какая-то ошибка. Давайте мы поправим ее, чтобы не забыть, что она тут была. В смысле, чтобы забыть, что она тут была. Здесь должно быть слово type. Вот. Не знаю, почему я написал класс. Видимо, в последний момент что-то поредактировал. Ну, давайте посмотрим. Да. Ведь. Ну вот, пожалуйста, смотрите. Да. Мы определили класс C. Правда, без родителей. Ну, поверьте мне, что если здесь перечислить список родителей нашего класса, то они там тоже появятся. Кстати... Почему бы и нет, да?
А, тюпл. Тюпл, 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 запятую забыл. А, пожалуйста. Видали, да? Вот это видали? Вот. Тут, правда, ну вот, да, вот все, все как у людей. Вот класс simple, унаследованный от str, унаследованный от object, все как у людей, все как нормально. Мы даже можем сказать, c равняется c от b. Пожалуйста. Мы да... Это строка. Это строка, только у нее есть вал. Ну и getVal тоже есть. Короче говоря, вот вам, пожалуйста, универсальный конструктор, который может все что угодно сделать. Но обратите внимание на то, что сам, само слово type — это, ну, такой класс. Ну а что это еще? Это, очевидно, callable, его можно вызвать. Он создает объекты, то бишь, собственные экземпляры. Универсальный конструктор. Вот, да, так вот, type — это же просто класс такой, он ведет себя как настоящий класс. У него три параметра в конструкторе. Ну хорошо, три параметра. Имя, тюпль, словарь. Нормальный такой класс. У него есть экземпляр класса. Вот он. Значит, мы можем создать класс, который унаследуется от тайпа. Правда? Ну вот смотрите. Сейчас мы отсюда выйдем. Вот вообще выйдем. Отсюда вот войдем. О, смотрите. Значит, надо будет прикрутить еще к этой штуке, чтобы она вот здесь вот делала раскраску. Правда, будет клево. Вот. Ага. Очень хорошо. Барс, послушайте, не клипит. Я когда делаю слишком громко, у меня начинает на слишком громких моих высказываниях такой хрип. Это называется клиппинг на жаргоне. В общем, если что, скажите. Потому что клиппинг удалять гораздо хуже, чем делать громче дорожку. Да. Так вот, значит, смотрите. Вот у нас класс overType, унаследованный от класса type. Мы взяли, ну, перебили ему init. И этот самый init будет отличаться только тем, что в момент, когда мы делаем init, он будет еще выводить на экран какую-то статистику. Вот он ее выводит. Да? Вот. То есть, когда мы создаем с помощью нашего overtype класс bool, у которого нет предков и одно поле, все совершенно нормально работает. Вот, смотрите, да, там c равняется overtype от c, да, все совершенно нормально работает, за исключением того, что мы добавили в процедуру сборки класса какую-то диагностику, вот она нам вывелась. Вот. А так, в общем, как и в прошлый раз, пожалуйста, или там c равняется bu, вот, и у него есть поле a. Вот. А, значит, ну, что мы сейчас освоили? Мы освоили инстанциацию конструктора классов. Мы сделали новый конструктор классов. Вот это и называется метакласс. Все. На этом месте можно было даже закончить. Но нет. Да, было бы интересно посмотреть, что из этого растет. Значит, из этого растет на самом деле одна простая синтаксическая конструкция, которую я сейчас покажу, и которая, ну вот она, собственно, да. Вот она, эта синтаксическая конструкция. Надо вместо вот этого всего было бы написать метакласс равняется overtype. И получилось бы все то же самое. Вот. То есть, вот вместо вот этого можно было определить класс bool нормальным путем, да? Просто указав, что конструктор класса, да? То есть он создается не с помощью type, а с помощью overtype. Ну, давайте мы сейчас это сделаем, просто чтобы посмотреть, как это работает. Но я думаю, что вы мне поверите, что оно работает вот так. Вот. Обратите внимание, что даже интереснее, у него появилось поле qualName. Вот. А, и qualName у него было. У него появилось поле модуль, в котором он создан. Вот. И поле qualName тоже, кстати. То есть стандартный конструктор с помощью метакласса, он более такой
привязанные к питоньим кишкам, чем вот этот вот наш ручной овертайп, хотя так тоже можно было, да, он, видите, он еще вот такие вещи туда вписывает. Окей, научились. Зачем вообще это должно быть, может быть, нужно? Создавать конструкторы классов. Правильный ответ. Вам незачем. Ну, то есть, реально. Метаклассы нужны тогда, когда вы в процессе разработки программного продукта упираетесь в такую фигню, что вам каждый раз нужно одну и ту же проделывать, одну и ту же проделывать операцию над вашими классами. И эта операция очень, как, не очень хорошо ложится в понятие, скажем, наследования или monkey patching. Вот мы сейчас посмотрим, какие есть инструменты для работы с метаклассами, и, возможно, оттуда кому-то придет в голову, почему это неудобно делать с помощью обычного наследования или monkey patching, а удобно сделать с помощью именно перебивки метакласс. Вот. Но в общем случае, да, всегда можно обойтись, ну, обычными штуками. Вообще этот механизм нужен главным образом для того, чтобы избежать дурной бесконечности. Как вы думаете, с помощью чего можно сконструировать метакласс? С помощью конструировать класс мы знаем, для этого есть функция type. С помощью чего сконструировать метакласс, знаете? Ответ правильный, с помощью функции type. То есть дальше нам идти не нужно. Вот. Это как был такой анекдот от какого-то, то ли от Сэмюэла Ллойда, то ли от Мартина Гарднера, про то, что его книжку перевел профессор, ну, скажем, Вайнбергер на немецкий язык. И ему пришлось в конце этой книжки по-немецки вставить примечание: я благодарен профессору Вайнбергеру за перевод моей книжки на немецкий язык. Но поскольку само примечание было написано по-английски, это примечание перевел на немецкий язык профессор Вайнбергер. Поэтому пришлось вставить примечание к примечанию, где было написано: я благодарен профессору Вайнбергеру за перевод предыдущего примечания на немецкий язык. Ну, казалось бы, что мы впали в дурную бесконечность, но нет. Потому что третье примечание к примечанию к примечанию автор скопировал сам. Ибо там ничего не изменилось, там было написано: я благодарен профессору Вайнбергеру за перевод предыдущего примечания на немецкий язык. Вот, так и здесь. Классы создаются метаклассами, а метаклассы тоже создаются метаклассами, там уже никакой разницы нету. Да, есть такой специальный конструктор из трех кусков, вот он. Ну и, собственно, им и, в смысле, вот он, да. Вот он. Вот мы им и пользуемся. Окей, значит, довольно слов. Где про все это посмотреть? Про все это посмотреть в документации, конкретно в референс питоньем, там про метаклассы довольно неплохо написано. Вот. Но, так скажем, там написано, вот тут написано, зачем они могут быть нужны. Там написано, значит, довольно коротко, а есть довольно большая статья под названием «Введение в метаклассы». Нет, это не оно. Вот. Значит, есть довольно большая статья, я их три, значит, самая простая на Хабре про метаклассы. Вот она. Можете почитать ее, если вам лекции не хватит. Чуть больше статья. Ну, не, она не на Хабре, на самом деле это такой пост в Stack Overflow здоровенный. Статья какого-то индуса, значит, тоже у нее есть перевод, она побольше. Вот она. Совершенно чумовая статья какого-то поляка, причем она совершенно свежая, 2020 года, у нее тоже есть перевод, вот в нее даже лезть не буду, хотя покажу там, нет, залезу, покажу там один важный кусок. Это не он. Покажу вам один важный кусок, который очень жалко, что я не нашел от него следов. Он ссылается на какого-то, кажется, шведа. Сейчас покажу. Вот. А может быть, Норвега, не знаю. Короче, человек по фамилии Хаммерквист. По-нашему просто Кузнецов. Так вот, этот Хаммерквист в 2016 что ли году изобрел такой proof of concept. Он переписал GTK, Python GTK в декларативном стиле. Вот. И у него, значит, получилось вот вместо вот такой штуки, вот такая штука. Но поскольку это было в 2016 году, а исходники у него были на Bitbucket, Bitbucket же, помните, сделал такую фишку, ну, в общем, подлянку всем кинул. И, в общем,
этих исходников этой штуки нет нигде. Вот. А идея такая довольно, как видите, познавательная, сделана с помощью метаклассов. Вообще человек на самом деле читал доклад именно про метаклассы. Осталось только видео на ютубчике или на чем-то там, ну, короче, там, где бывают видео, на ютубчике. Значит, возвращаемся к нашей теме. Значит, зачем... Какие бывают подробности с метаклассом? У метакласса, ну, у любого класса есть метод call, потому что когда мы делаем круглые скобочки, у нас вызывается call. И этот метод call в конструкторе класса вызывает метод prepare, если такой вообще имеется. Метод prepare — это штука, которая позволяет вам автоматически заполнить вот этот словарик. Ну или, по крайней мере, его изготовить по ходу. Ну, не обязательно их передавать, да? Возможно, у вас такой метод-класс, в котором сразу, значит, вот. Причем этот метод prepare, он может быть один для многих метод-классов. Вот. Значит, затем он вызывает метод new. Вот про метод new мы с вами поговорим. Который создает экземпляр нашего класса, ну и объектов на самом деле тоже. В любом конструкторе есть метод new, просто мы его никогда не использовали, нам хватало init. Вот. А затем вызывает init. Чем отличается new от init? Init, как вы помните, ему приезжает уже готовый self, который кто-то создал. Этот кто-то new. И init в этом созданном уже готовом self заполняет какие-то поля, что-то там модифицирует, ну, короче говоря, занимается инициализацией. Созданием конкретного экземпляра занимается метод new. В принципе, можем перебить метод new, и он создаст нам совершенно другой экземпляр, а не тот, который мы хотели, или он сходит к методу, к созданию экземпляра базового класса, а потом что-то там еще наделает. Что он еще может доделать? Например, он может ходить к таким вещам, к которым мы уже из инита ходить не можем, потому что нам готовый приехал экземпляр. Например, к слотам. Да? Помните, слоты заводим, все. Что бы мы ни делали, у нас другой способ организации пространства имен. Ну вот, а в new мы эти слоты как бы сами вковыриваем туда. Ну и к тому моменту, когда мы их вковыриваем, мы можем еще что-то с ними поделать. Вот. Поменять вот это имя класса, которое мы видели, потому что если мы создаем... Вот, ну, короче говоря, new чуть более крутая штука, чем init. Вот, но это метод класса. Это такой класс-метод. Да, то есть он вызывается не для каждого объекта, а при создании, собственно, класса один раз. Это тоже важно, потому что если у нас есть какие-то тяжелые операции, которые мы должны при создании сделать, то лучше их сделать при создании класса, соответственно, прибить их в new. Вот. В остальном new и init похожи, именно поэтому мы new вообще не трогали в нашем разговоре, ну, просто потому что необходимости нет. Вот. Собственно, все. По большому счету. Вот парочка примеров. Это у нас... Метакласс, который... А давайте мы не так сделаем. Давайте мы только сам класс определим. Давайте мы в него почитаем, потом его определим, а потом вот это вот руками сделаем. Значит, класс... Это класс, такой способ, такой конструктор класс, такой метакласс, который запрещает наследование от него. Вот. Ну, как он запрещает наследование от него? Да очень просто. Он говорит, ребята, смотрите, если один из наших... родителей является экземпляром класса final, ну или наследником, да, экземпляром класса, который наследник класса final. Вот. Existence — это функция, которая проверяет, не является ли один объект экземпляром другого, при этом если он является экземпляром какого-нибудь потомка, то она тоже true. Вот. Из instance, например, используется при сравнении исключений. Помните, да, там, значит, базовое исключение, все хватает там, унаследованное от него хватает только унаследованное. Ну, вот это оно и есть. Короче говоря, вот мы в цикле проходим по нашим парентам. Вот. В цикле проходим по нашим парентам и, значит, проверяем, не являются ли они экземплярами final. Если являются, мы просто кидаем исключение type error, что он final. Ну, давайте попробуем все это выдрузить. Причем, возможно, даже не так, а вот так вот.
А вот так вот, значит, ну что там, класс, класс final от type, да, dev new, я сказал new, ну, мы уже знаем, что у нас три параметра, давайте мы это скопипастим просто, метакласс, это его, тут их, кстати, четыре у нее, потому что еще тип нужен, да, кто его создал. Вот. Так. Теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот этот цикл я, наверное, сделаю не так. А if any от чего? От map. Возможно, тут должна быть звездочка. Is instance. А, не, слушайте, там надо лямбду писать. Что-то мне лень. Не буду так делать. Давайте я скопипащу просто. Не хочу лямбду писать. Только вам мозги запудрю. Вот. Вот вам файл, значит, класс, который проверяет, не является ли он один из его, значит, один из его предков, не класс, конструктор. Один из предков нашего класса не является ли финальным. Да? Вот давайте создадим класс E. Метакласс равняется final. Да? Вот. Это наш такой класс E, да? Он рабочий, там все хорошо, все нормально. Вот. А теперь давайте попробуем, ну, еще давайте, скажем, еще какой-нибудь обычный класс создадим. А теперь давайте попробуем от него унаследоваться. Шмяк. Вот. Еще один пример. Тут вот народ радуется. Это Singleton. Singleton — это такой дизайн-паттерн, когда у вас, сколько бы вы ни плодили объектов, экземпляров класса, на самом деле это один и тот же экземпляр. Да, значит, что мы делаем с Singleton? Мы, значит, с Singleton поступаем очень просто. Мы храним, значит, нашу единственный экземпляр в специальном поле класса. Вот, поначалу он non, да? Если он пустой, ну, вот тут неправильно написано. А вдруг он пустой-пустой? Неправильно тут написано, надо поменять. Давайте мы поменяем, потому что это некрасиво. Вот. Почему это некрасиво? Потому что вполне возможно, что здесь будет какая-то штука, у которой будет определена функция boolean, и она действительно будет, он будет действительно пустой. Да? Нет уж, давайте сравнивать точно с known и больше ни с чем. Так, это более правильная привычка. Вот, значит, ну вот давайте теперь попробуем запустить, раз уж пошла такая пьянка. Да? Ну вот, значит, давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас есть, значит, instance. Если он не пустой, не является ноуном, мы его заводим. Мы ходим к суперу. Да, говорим, давай, сооруди нам, пожалуйста, класс, состоящий из супера, и, в смысле, из нашего синглтона и вот этого типа. Унаследуй, пожалуйста, да. Создай соответствующий один экземпляр, да. Мы его запомним и его же вернем. А если вдруг мы захотим создать еще один, просто его вернем. Обратите внимание, что перебивается функция call. То есть мы вообще не трогаем, не запускаем ни new, ни init, ничего. Прямо в момент вызова класса, еще до всего, мы проверяем, что у нас уже есть такой экземпляр, возвращаем его, если он есть. А если его нету, вот тогда мы, собственно, дергаем заново всю вот эту штуку, вот, да, с помощью супера. Во. Вот такая вот штука. Она действительно работает. Смотрите, вот мы создали наш класс синглитоновский, вот мы задали два объекта, вот
перебили им сразу значение, то есть вбили туда новое поле А, новое поле Ньюфилд, да, значит, вывели его, и действительно в каждом из этих объектов есть такое поле Ньюфилд, и более того, это вообще один и тот же объект. Все довольно красиво, мне кажется. Кстати, не мешало бы вставить сюда перевод строки. Ну хорошо, вставлю. В поддержку этой штуки выступает модуль Types, который предназначен как раз для того, чтобы конструировать всевозможные классы и проверять всевозможные классы, которые на самом деле мы вручную не можем создать. Вот, например, у нас нету специального типа function. Он, то есть, есть, но его как бы нету. То есть, смотрите, вот тип int у нас есть, да? А вот типа функции у нас нету. Ну, смотри, fun равняется def fun. Def fun pass, да? Вот это вот, что это вот такое вот? Вот такого типа нету. Ну, на самом деле он есть, он лежит как раз в модуле types. Вот, и это вот он, вон самый function type. Вот, то есть import types. Вот это он самый и есть, обратите внимание, прям вот один в один, это он. Ну и там, видите, много разных вариантов методов, которые, собственно, возвращают тип нашего объекта. Вот, а тип, как мы помним, это такой конструктор. Мы даже можем сконструировать с помощью этих, любого из этих методов соответствующий объект. Правда, для этого нам нужно разбираться с тем, что такое code object. Вот. А мы этого не знаем, и в этом семестре, наверное, мы на это смотреть не будем. Да, это совсем кишки питона. Но, тем не менее, это сделать реально очень просто. Так оно и делается в действительности, да, так или иначе. Ну, в общем, вот. Ну, еще раз напоминаю о методах из instance и из subclass, которые, собственно, ради которых все это и придумалось, да, чтобы можно было проверить, что данный объект является функцией. Давайте мы, кстати, посмотрим. Да? Из instance, что у нас там? Fun. Не, кто чей из instance? Object class. Fun. Types function type. Та-дам! Вот ради этого все это и существует. На самом деле не только, но это вот его как бы основное значение. Окей. И это что касаемо метаклассов. В статье вот этого поляка Себастьяна Бычинского есть примеры того, для чего, в принципе, могут вам понадобиться метаклассы и почему с их помощью те же самые задачи, без их помощи те же самые задачи решаются, ну, так себе. Вот. Ну, я даже не буду туда залезать, потому что, повторяю, это уже для ситуации, когда у вас довольно много девелопмента и вам приходится просто выбирать, что удобнее. Вот. Ну, как бы вы можете примерно себе представить. И здесь мы перелезаем к совершенно другой теме, которая, как мы сейчас увидим, очень, то, что называется, bleeding edge. То есть тема, которая развивается и меняется прямо вот под нашими пальцами, прямо пока мы учим Python, эта тема меняется. Сейчас мы это увидим. Но для начала давайте несколько соображений. Значит, у нас в Python используется ductyping. Ductyping – это великая совершенно вещь. Вы помните, что такое ductyping. Вот кто не помнит, напоминаю. Это ситуация… Почему duck? Потому что если у вас вам нужно, чтобы утка плавала и крякала, то все, что плавает и крякает, это утка. Вот. Даже если оно при этом еще там стреляет, испускает дым, там лязгает. Да? Если оно плавает и крякает, оно утка. Что это означает? Это означает, что если вы вызвали операцию, которая ходит к нашим объектам, и в объектах она использует два метода, ну скажем там, длину и умножение на число, то ваша операция применима к любому объекту, у которого есть длина и умножение на число. Помните нашу 2, этот самый 2n плюс 1, да? Вот если есть сложение и умножение на число, значит 2n плюс 1 всегда работает, даже если это строка, там число, последовательность, что угодно. Вот.
Это соображение, этот подход доктайпинга. Да, кстати, кажется, это не звучало в явном виде. Питон строго типизированный язык. Все объекты в питоне строго типизированы. Вы не можете применить операцию, предназначенную для одного типа, к объекту другого типа. Как правило, синтаксически не можете. То есть, поскольку операция – это синтаксический сахар для вызова метода, вы не можете сложить два объекта неправильных типов, потому что сложить – это на самом деле вызвать метод одного из этих объектов. Да? Питон – строго типизированный язык, но это типизация динамическая. Вот. И неявная. Ну, поэтому, значит, ductyping. Чем он хорош? Нам не нужно объявлять переменные, какого они типа, вот это все. Сразу пишем код. На самом деле это не такая уж страшная штука, но когда вы пишете программу из, там, не знаю, 10 строк с 5 переменными, то внезапно при требовании описания этих переменных 10 строк превращаются в 15, соотношение, да, 2 к 3. Упс. Ну или в одну строку. Значит, гораздо более важные свойства ductyping – это абсолютно прозрачный структурный полиморфизм любого кода на питоне. Полиморфизм, так сказать, поддержанный аж на уровне синтаксиса. Да? То есть, какой бы вы объект ни запихали в какой бы метод, он отлично туда запихается. И вы получите рантайм только в том случае, если на самом деле каких-то методов там нету, или они неприменимы, вот они сами проверяют тип и говорят, нет, вот с этим типом я работать не буду. Как следствие, очень семантически насыщенный текст на питоне. На питоне довольно удобно, если не сильно извращаться, использовать его в качестве такого псевдокода. То есть писать на нем какие-то решения каких-то программ. Главное, не пользоваться всякими волшебными и сверхволшебными фичами питонов, которых тоже полно. Да? Потому что в этом коде будет минимум, скажем так, описательной информации. Мы заводим переменную такого-то типа для данного, вот это все. А будет сразу алгоритм. Например, домашние задания можно решать там в 10-30 строчек и не париться. Вот. А на языке там со строгим, с статическим типизацией вместо 10-30 строчек у вас получится, ну, много. Какие в этом проблемы? Ну, главная проблема, как я понимаю, программисты на C++ чувствуют себя очень неуютно, когда им ничего не надо описывать, им непонятно, на что опереться. И поэтому говорят, что надо писать на C++, а не на питоне. Ну, да. Главная проблема любого интерпретатора, а в особенности динамически типизированного, что все ваши ошибки уезжают в рантайм, вообще все, кроме синтаксических. То есть вот этот самый волшебный метод, которому можно передать любые параметры, а он свалится, потому что те параметры, которые к нему приехали, к ним операция сложения, скажем, неприменима, да? Он свалится, когда вы ему то его передадите. Покрыли тестами программу, свалится рано. Не покрыли, свалится в процессе эксплуатации. Упс. Вот. То есть хотелось бы, конечно, как можно больше ошибок отлавливать ошибок алгоритма, да? Ошибок проектирования, точнее, да? Отлавливать не в рантайме, а в процессе проектирования. И вот к этому Python не очень располагает. Возвращаясь к домашним заданиям. Где-нибудь что-нибудь не поставил, случайно что-нибудь передал не то. Python тебе не скажет, ты не то передал. Python просто свалится или зациклится, или еще что-нибудь. Вот. Приходится обмазывать какими-то, значит, отладочными выдачами, выдавать тип аргумента, в смысле этого самого параметра, а вдруг это не тот тип. Ну, ну, ну. Или сравнивать руками, писать if type равен тому-то, делать то-то. Ну, так тоже можно, конечно. Так и делают, собственно. Более такой тонкий момент. Вы запустили какой-то IDE, да, там, IDE, который вы там привыкли, не знаю, в Java, что вы начинаете набирать метод, а он вам прям показывает, какие у него метода параметры, какие у этого параметра, значит, у самого поля, там, ты начал имя объекта, поставил точку, он тебе фигак распахнул, значит, список возможных методов, ты выбрал, там, клик, там, ну, вот это все. Поскольку в питоне такой нету строгой статической типизации, то есть переменные в питоне не типизированные, IDE ничего не знает про то, что какие бывают методы у вашей переменной А. Ну какие?
Никаких. Если отвлечься от анекдотов, хотя вот проблема внимательности не анекдот. Вообще говоря, прагматика, то есть толкование того, зачем и как вы написали свою программу, не поддержана синтаксом Питона, была до тех пор, пока не придумали аннотации, никак. Вы написали функцию, она строковая. Строковая. Вот как, кому, как сказать вашему пользователю, что вы написали строковую функцию, не надо туда кидать там, ну, тюпли, например. Правильный ответ в комментариях. Неправильный ответ. Да? Вот. В связи с этим были большие проблемы у людей, которые пытались на Питоне строить большие и сверхбольшие проекты. Потому что, или длинные. Значит, ну, потому что куча людей, всем надо объяснять, где там строковая функция, где не строковая, вот это все. Короче, для решения этих проблем сравнительно недавно, в 3.6 питоне, кажется, может быть раньше, боюсь соврать, появилась такая штука, как аннотации. Давайте посмотрим. 3.0. Они появились сравнительно недавно, в 2006 году. Ну да ладно. Это правда function annotations. Они появились давно, а вот type hints, например, уже появились только в 3.5 питоне. Вот. Ну, сейчас мы про это поговорим. Где? Аннотация. Что такое аннотация? Вот функция, написанная на питоне, у которой аннотированы параметры и возвращаемые значения. Мы говорим, что параметр hem – это строка. Параметр eggs – это строка, которая по умолчанию равна eggs. Ну, как еще делаются яичницы с ветчиной. Вот. И результат этой функции тоже строка. Вот. Ну, а дальше мы просто возвращаем эту строку. Собственно, всего. Ну, давайте посмотрим в пример лекции. Там была аннотированная функция, а здесь аннотированный класс. Ну, какая нам разница? Аннотировать можно все. Вот, помимо, значит, function annotation, в 3.5 питоне появились еще аннотации к переменным, возможно, тоже в 3.6, к именам, видите, мы можем, вот. Что важно понимать, прежде чем мы на это начнем, про это говорим? А, давайте мы это просто запустим, вы сами увидите. Все проще, мы это запустим, и вы увидите сами. Смотрите, вот у нас код, вот этот код, видимо, ой, это что, это старое. Вот этот код, видимо, читать удобнее, он цветной. Вот у нас код, в котором есть класс C, у него есть поле A типа int, у него есть init, который зависит от двух параметров, один типа int, другой типа bool, вот. И у него есть метод, у которого не описан, не аннотирован параметр вообще, вот. Но он возвращает строку. Это аннотировано. И мы создаем два объекта, с одним из них мы обращаемся как с человеком, а с другим мы обращаемся как с животным. Вот, потому что первый объект A создан согласно аннотации, у него первый параметр int, а второй объект B создан вопреки аннотации, у него первый параметр str. Как видите, питону все равно. Аннотации в питоне, они не влияют на семантику работы функций никак вообще. То есть наличие, вернее, аннотации в питоне на семантику работы функций не влияет никак. Видите, да? Значит, не создание не среагировало на то, что тут неправильные типы. Этот самый результат не среагировал на то, что у нас тут неправильные типы. В результате у нас с правильным, как бы правильным объектом A получился неправильный результат функции mult, тут должен быть str. А здесь, наоборот, как бы с неправильным объектом B, который был создан на строке, а не из int, получился как бы правильный результат функции mult. Никого это не волновало. То есть аннотации в питоне имеют чисто рекомендательный характер. Зато они... Эта рекомендация очень, как бы это сказать, многообещающая. Обратите внимание на то, что, во-первых, когда вы пишете аннотацию, это никуда не пропадает. В вашем объекте заводится поле annotations, видите, в классе, в функции mult, в init, тут init не выдан, выдан, вот, в init, вот это аннотация init, да?
В частности, например, возвращаемое значение вот так выглядит. Да? То есть в ваших объектах заводятся словари под названием annotations, в которых, вообще говоря, написано очень много. Тут написано, что у вас есть, например, поле А, которое типа int. И вот эти вот скобочки класс int вас должны навести на размышление, что это не какая-то строка, типа оно типа int. Это прямо объект int. Да? Прямо конструктор типа. То есть вот в аннотации на самом деле. Сейчас я попробую что-нибудь вызвать такое странное. Mult annotations не табается. Annotations return. Вот эта штука, это на самом деле класс str. Ну, смотрите. То есть прямо он. На какие-то мысли нас наводят. Нас это выводит на такие мысли, что мы можем очень легко... Помните, мы писали в качестве чуть ли не домашнего задания декоратор, который проверяет типизацию. И мы передавали прям такую цепочку типов в качестве проверялки. Теперь ее передавать не нужно. Я думаю, что я такую домашку даже сделаю. Мы можем просто тупо написать аннотированный текст на питоне и обмазать его там вот одним декоратором, который сразу все проверит. Он залезет в annotations ваших объектов, посмотрит, какие у них параметры, проверит, сравнит типы, потому что это те же самые типы из instance, подойдет вот так. Если внимательно посмотреть на аннотированный текст, окажется, что не так уж страшен он, как нам казалось. Хотя, конечно, вот такая штука читается гораздо хуже, чем штука self param signed. Да? Вот. Но зато тут написано, значит, какого они должны быть типа. А уж аннотированные возвращаемые значения так вообще как бы ничего не стоит, а это одна из самых, то есть почему это чуть ли не в третьем питоне с самого начала появилась, одна из самых востребованных фич. Давайте мы все-таки будем рассказывать про то, какого типа функции, ну, как бы, возвращаемые значения, а то мало ли что. Вот. Однако есть разные такие, ну, как бы, хочется большего. Ну, например, если наша функция возвращает список. Ща, все будет, все расскажу. Значит, если наша функция возвращает список, то как... Окей, мы можем написать что-то типа def fun там list. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Пожалуйста. Функция должна возвращать список, значит, он будет возвращать список. List — это такой тип, мы же знаем. Да? А если мы хотим сказать, что функция возвращает список строк, нужны какие-то новые синтаксические конструкции. Прежде чем мы перейдем к описанию этих синтаксических конструкций, маленькое объявление. Я уже говорил, что наша сегодняшняя тема — это тема, так сказать, bleeding edge. Потому что пока мы тут с вами учили Python в октябре месяце, вышел Python 3.9, и все статьи, которые были посвящены составным нечетким типам аннотации, внезапно стали синтаксически неверными, потому что в самом питоне ничего не поменялось, а вот в одном модуле, его специальном, произошла мелкая революция. Нет, не так. В питоне, как скажем так, в синтаксисе питона обратная совместимость не поломалась, не волнуйтесь. А вот в модуле, который называется typing, она поломалась, но сначала про what's new in Python. Буквально, значит, буквально, что произошло 30, это 30 ноября, это версия 3.9, а сам 3.9.1, RC1, а сам 3.9 питон, в 3.9 питоне, сам 3.9 питон, значит, вышел 5 октября 2020 года, мы уже к тому моменту активно изучали 3.8. Что в нем интересного? В нем совершенно прекрасная возможность объединение словарей. Множество мы можем объединять. Почему бы не научиться объединять словари по тем же принципам? Вот.
Мы даже какую-то похожую задачку делали, которая таким способом решалась бы, да? Вот, значит, обратите внимание, что... Ну, кстати, давайте попробуем. У меня этот питон собран. Давайте мы сейчас только уберем, я там экспериментировал. Питон 3.9 у меня собран, как видите, локально. Сейчас мы туда перейдем, в этот самый MyPy. Почему он называется MyPy, узнаете. О! Значит, ну вот. Вот видите, 3.9 питон. Давайте мы скопипастим вот этот пример с документацией, мне очень хочется. Вот так вот он копипастится. Вот два словарика. И смотрите. Окей. Вот. Причем, если бы мы сделали вот здесь вот еще вот так вот, ну, например, смотрите. Да, то обновление было работало вот так. Мы слили два словаря и как бы... Вот. Обратите внимание, что на первом месте остаются те, которые были. То есть, если такой элемент уже есть, он не замещается, кажется, или наоборот, давайте посмотрим. Был x, k1, k2, k2 наоборот. Да? Значит, при обновлении все элементы из Y приезжают в X и перебивают те, которые там были. Ну, вот, собственно, картина в этом. Отличная операция. Еще есть операция этого самого обновления, которое или равно, понятно, что это такое. Ну, в общем, очень волшебная штука. Совершенно, совершенно как бы изящно выросшая из основного синтаксиса. Никаких проблем с этим нет. Дальше. Небольшая фишка, связанная со стринг-методами. Сейчас покажу ее. Появился метод remove-prefix и remove-suffix. Значит, идея в чем? Что... Сейчас я вот зайду в pep и посмотрю. Идея вот в чем. Значит, давайте погромче сделаем. Что такое remove-prefix и remove-suffix? Это просто мы берем и удаляем из строчки некоторый префикс или из строчки некоторый суффикс. Вот простейшая реализация этой всей ерунды на питоне. И как видите, она не атомарная. Она не атомарная из-за того, что нам придется отдельно исследовать кейс, когда у нас что-то из этого нулевой длины. Мы не можем, да, вот. Когда вот это нулевой длины, на самом деле. Вот, короче говоря. Во-первых, и это. Во-вторых, люди пытаются пользоваться стрипом и получают по рогам. Вот. В-третьих, иногда это чуть более эффективно. Ну, короче, ввели такую штуку. Теперь у нас есть remove-префикс, remove-суффикс для тех, кто хочет так делать. Вот. Что еще такого реально веселого произошло? А, ну, наконец-то наши декоракторы... Ну, не здесь. Хотя, можно и здесь. Наконец-то наши декоракторы могут быть какие угодно. Мы, например, можем писать вот так, если очень хотим. Это такой декоратор, являющийся, скорее всего, списком, да? Вот. Раньше на это были ограничения, и приходилось вводить вот, ну, вот такое вот. Да? Это было раньше, теперь вот так можно. Но это всего лишь такая шлифовка синтаксиса, потому что, ну, естественно, было ожидать, что такая фишка работает в любом питоне, но нет, она не работала. Так. Еще больше развесистые аннотации переменных. Я уж не помню, в чем она. Это уже имеет отношение к нам. Вот. Ну, я даже... Ой, какой ужас. Ну, я даже читать это не буду, читайте сами. Совершенно неожиданно, пока мы с вами изучали Python, в нем поменяли вид парсера языка на программирование Python.
подменили, значит, с LL1 на PEG. Внезапно. Вот. Еще пока можно переключиться на старый, вот, как в 3.8, но утверждается, что все тесты проходят, полная синтаксическая совместимость, просто, ну, другой парсер подменили, ну, как бы, лучше, быстрее работает, меньше памяти жрет, вот это все. Говорят, если ничего не про... как это, если все будет хорошо, в 3.10 вообще запхнут эту фичу в деприкейтед, старый рель-парсер. Во. Но... Как видите, я тут специально скипнул разговор о PEP593, Flexible Function Variable Annotations. Посмотрите туда. Это такая сложная штука. Нас пока интересуют простые. Так вот, простая штука состоит в следующем. До 3.8 питона, до 3.9 питона, если, давайте вернемся к нашей теме, да, если вы хотите написать вот такое список из целых в аннотации, то вам придется страдать, потому что нет такого типа. Ну, вернее так, у объекта list нету метода getItem. Есть. У TypeAtList. Нету метода getItem. У объекта типа list есть. У типа list нету. Вы не можете написать list квадратная скобочка. GetItem нету у конструктора тип. А вот в 3.9 питоне есть. Ну, здесь нету, а вот ну, короче, похоже, что getItem нету, потому что есть getAttribute, извините, я слегка соврал, но дело даже не в этом. Дело в том, что вы можете написать вот так. Что это такое? Давайте поисследуем этот объект. На самом деле это никакой не лист, никакой не type, вообще никто. Это член модуля types, который называется generic alias. Но он клевый, потому что у него есть... Что у него есть? Он, видите, унаследован, кажется, от списка. А вот. Интересно, кстати. Да, он унаследован от списка, глядите сюда. Но он от него унаследован, и у него есть много всяких интересных штук, да, значит, у этого вот generic alias, в частности, он адекватно описывает ситуацию, список от интов. И, соответственно, в тех местах, где мы вознамеримся это проверять, мы будем это проверять вот так. Значит, что было в питоне 3.8 для этого? В том же самом, где его фамилия, модуле types, а точнее не в нем, в модуле typing, вот здесь, были специальные алиасы для всех такого рода классов, там для списков, для всего. Вот мы смотрим по 3.9, давайте посмотрим сначала по 3.8. Да? Вот смотрите, читаем документацию по 3.8 питону и видим, что есть такая штука list с большой буквы, dict с большой буквы, tuple с большой буквы и так дальше. Это специальные типы, с помощью которых можно делать аннотации. Да? Вот. Dict, str. Ну вот, а в 3.9 питоне решили, а зачем нам такое беда? Ни у одного, в смысле, ни одна операция над классами не может быть с квадратной скобочкой, поэтому если мы ее введем и в качестве результата такой операции будем возвращать соответствующий описатель, всем будет только лучше. Так что, когда будете читать статьи про аннотации составных типов в питоне, меняйте, начиная с 3.9 питона, большую буквочку на маленькую в таких алиасах, как dict, list и вот это все. Вот. Таким образом, мы можем вполне себе аннотировать, что у нас не просто список, а список целых, или там список списков, ну вот это вот все. Я так понимаю, конструкции могут быть совершенно любые у вас.
Для того, чтобы резвиться с вот этими самыми дополнительными описателями, в 3.9 питоне, нет, не в 3.9, а вообще в питоне есть целый модуль typing. Вот давайте мы на него теперь посмотрим, сейчас мы закроем лишнее. Есть модуль typing, в котором можно, есть дофига всяких инструментов, позволяющих вам с этими аннотациями развлекаться еще более хитро. Ну, во-первых, есть просто алиасы, да, такой typedef. Да? Ну, например, мы хотим, чтобы лист от float у нас назывался вектор. И теперь мы будем писать вектор. Это был у нас 3.8 питон. Давайте вернемся к 3.9. Там все слегка попроще. Не-не-не, ни лишнее не закрылось. Количество метов не знаю. Я так далеко не заходил. Я сейчас поясню, почему я так далеко не заходил. Хорошо, значит, я отвечал на вопрос относительно того, можно ли задать, что список именно из 4 элементов. Наверняка можно, только я сейчас не хочу в этом разбираться, потому что, как увидите, этот инструментарий огромный, а область его применения странненькая. Значит, давайте мы потыкаем просто в документацию по тайпингу и посмотрим, что есть. Есть, значит, я уже говорил про алиасы. Значит, отдельно есть такая штука, как collections ABC, сейчас я в нее ткну, в котором описаны всевозможные, скажем так, изобретаемые, это способ аннотирования всевозможных изобретаемых вами классов, да, по их, так сказать, свойствам, ну, последовательность, генератор, там, не знаю, mutable set. Что значит? Что это означает? Это означает, что когда вы вознамеритесь проверить, да, будет проверено, что у данного класса есть вот такие методы. И все. Вот. Вы можете пользоваться абстрактными базовыми классами для того, чтобы на их базе что-то сделать, да? Но главным образом они используются именно для того, чтобы вот как в примере просто проверить, то есть захинтить, да, захинтить, что данный параметр – это последовательность типов сервер. Вот. Что-то не вижу, кстати, про длину ответа. Да, значит, это о чем речь? Это об алиасах. Волшебный инструмент newType позволяет вам определить новый тип int. Я забыл, как это называется. Вот, боюсь соврать, но назовем это категорией. И этот новый тип int, это будет тип int, при проверке которого, да, при проверке которого вам будет выдана ошибка о том, что вот эта переменная не типа user ID. То есть это int, конечно, но у вас был hint, что это должен быть user ID. Ну, что еще интересно? Callable, это, значит, понятно, что, да? Вот, с callable ситуация следующая. С callable ситуация такая, что когда вы его описываете, у вас вот тут вот список параметров, а вот тут вот возвращаемые значения. Вот. Если вы не хотите типизировать список параметров, вот так писать не надо. Это означает, что список параметров пустой. Если вы не хотите типизировать список параметров, пишите вот так. Если кто не знал, три точки – это синтаксически валидная в питоне штука, означает специальный объект типа эллипсис, который в стандартном питоне не используется вообще нигде. А, используется. Теперь используется. А раньше не использовался, а использовался только для математических пакетов типа numpy, для того, чтобы, ну, понятно, да, вводить, как бы, для чего обычно многоточие используется? Для того, чтобы вводить интервалы какие-то. Вот. Ну, кстати, можно пользоваться при создании своих собственных классов довольно весело, значит, такую конструкцию включать в свой собственный синтаксис, потому что это просто объект, тип которого всегда можно проверить. Вот это все. Интересно, он вообще инстанцируемый или нет? Он не callable, видите? Хорошо.
Да, в остальном, в общем, такая же история. Вы говорите, что это такая, вот то, что вы передаете, это такой, такая функция, у которой столько-то параметров с такими-то типами, и такое-то возвращаемое значение. Так. Вы можете сами определять типы для того, чтобы потом их проверять. Да? Вот. Что там? Get, set. А, давайте посмотрим, кстати. Слушайте, нет, я с этим уже не разбирался. Давайте мы как бы это оставим на потом. Просто потому, что, во-первых... А, нет, мы все равно успеем, но я действительно с этим еще не разбирался. А главное, главное и важное, сейчас скажу, что. Короче говоря, те, кто подобно мне, ну или не подобно мне, перешел на Python с языка статической типизации, вот где все это нужно описывать, классифицировать, прописывать и так далее, глядя на всю эту красоту, начинает испытывать двоякое чувство. С одной стороны, здорово, что в Python все это сделали, с другой стороны, что опять? Мы опять делаем C++ из языка. Потому что тут уже начались дженерики. Те самые дженерики, понимаете, да? А, кстати, тут есть один волшебный тип Any, и мы до него не дошли же. О, прекрасный тип Any, который означает любой тип. Вот. Обратите внимание, что я вот столько времени рассказываю про модуль typing, видите, где у меня ползунок в документации? То есть там еще дофига всего. И тип Any обозначает любой тип. Что еще? Ну, всякие мелочи. Но return означает, что функция ничего не возвращает. И если она что-то будет возвращать, вам выдадут ошибку. Вот был вопрос про список из 4 элементов. Список не можете, потому что список модифицируемый. А вот тюпль, пожалуйста. Вот смотрите сюда. Бога ради. Если вы хотите из нефиксированного числа элементов, используйте вот такую нотацию. Первый элемент int, а остальные непонятно какие. Разной длины. А, нет, это хуже. Он весь целочисленный, но длина неизвестна. Смотрите, какая красивая картинка. Union. Если вы хотите, что у вас был то ли такой тип, то ли секой. Ну, например, несколько видов последовательности. Optional. Optional — это означает, что у вас может приехать known вместо вашей переменной, и это хорошо. Type. Type означает, что вы передаете в функцию тип. Ну, например, для того, чтобы сделать из него метакласс. Ну, вернее, не так, сделанный метакласс. Да? В функцию передаете не экземпляр, а тип. Вот. Что такое литерал? А, литерал — это означает, что вот то, что вы туда передали, там, не знаю, строка, вот именно это и должно быть, больше ничего. Например, функция всегда возвращает true. Вот. Ну и что-то вы думаете? А, вот final — смешная штука. Final — смешная штука — это задание константы. Смотрите, какая веселая вещь. Кстати, действительно хорошая штука, потому что если вы хотите пользоваться константами и боитесь, что вы их сами перегрузите... Ой, слушайте, не знаю, но в Питоне в принципе не бывает утечек памяти, если вы их сами специально не организуете. Да? Мы об этом, кажется, говорили, а может быть и нет, когда говорили про сборку мусора. Вот. Вы знаете что, давайте мы вот этот вопрос перенесем в чатик, в этот самый, в телеграмный, потому что он ну, требует некоторого исследования, которое я прямо сейчас проделать не могу. Ну, короче, я перелистал только половину документации по этому модулю, давайте я больше не буду. Вот, я его пролистал весь. Происходит ли тайп-чекинг? Слушай, как интересно. Ну ладно, в общем, мне кажется, хватит уже развлекаться этим. Вот. В чем фишка? В самом питоне лично нету проверки типов.
Есть поддержка инструмента. Например, вы определяете, что проверка типов есть, и в этом случае дергаете какой-то внешний модуль, который занимается проверкой типов. Или у вас есть декоратор, который называется noTypeCheck. Вот, который говорит, нет, вот в этой функции, которую мы сейчас определим, не надо проверять типы. Вот, то есть поддержка штуки это и есть. А вот самой проверки типов нету. Есть проект. Ну, почитайте, я тут вот еще есть. А, да, значит, когда я сказал, что в Питоне нету совсем проверки, поддержки проверки типов, я соврал. Потому что, например, есть модуль DataClass. Опс, я неправильно сослался. А как он называется тогда? DataClass. Давайте посмотрим. Вот тут автор есть. Так, Data Classes он называется. Есть модуль Data Classes, который устроен ровно таким образом. Ну, что это такое Data Classes? Это такие классы, в которых нету методов, только поля, да, такие структурки. Но он устроен таким образом, что вы обязаны при описании Data класса описать все его поля с типами. Зачем это нужно? Ну, понятно, зачем нужно, чтобы потихонечку, значит, пользоваться конкретно типизированной штукой, да, которая вам будет просто пропускать неправильные анонсированные поля. Вот. Ну и, видимо, даже исключение бросать на вас. Вот. В общем, почитайте про этот Data Class. А прежде чем переходить к MyPy, заключительные слова про аннотации. Зачем вообще нужны аннотации? Мы уже договорились. Дисциплина программирования, большие и сверхбольшие или долгие проекты. Вот этот товарищ, который пишет статьи на Хабре про аннотирование, про дата-класс, про четкую типизацию и так далее, он работает в компании LaModa, разработчиком бэкэндов. В общем, одно из двух. Либо он нанял себе C++-ных программистов и их так дрессирует, либо, что скорее, там действительно такие объемы разработки и такой уровень поддержки, что без жесткой дисциплины программирования, при которой вот как можно больше все нужно проверять в compile-тайме, работать тяжело. И вот ровно для этого существует проект MyPy. Вот он, который из давних пор существует и развивается как проект строго типизированного языка Python. Когда-то давно это была такая страшная обмазка вокруг Python с помощью значащих комментариев, понятное дело, потому что, значит, там надо было как-то указывать, да? Вот. Да, все правильно. В финансовой сфере, где нужна очень крупная, очень серьезная, как бы, надежность того, что вы делаете, конечно. Вот. И вот потом, значит, прошли годы, в Питоне внедрили, значит, эти самые аннотации. Ребята из MyPy сказали, вот, а мы что говорили? Потом в Питоне внедрили красивые поддержки. Смотрите, вот вам аннотированная штука. Вот вам, в смысле, не аннотированная функция, а аннотированная функция. Вот. Ну, кстати, это еще плохо. Аннотированная функция. Здесь типов нету у А и Б. И это еще одно подтверждение того, что мы с вами забрались просто на самый край, потому что вот эти ребята, которые фактически занимаются статической типизацией для Питона, они еще в своих примерах не обновили, ну, вот в этом месте. А могли. Тут должна быть статическая типизация переменных. Значит, почему, что, собственно, делают эти ребята? Разумеется, они делают самую простую вещь. Это сравнение типов, которые вы аннотировали, с реальными типами приехавших объектов. Но они делают больше. Они, например, проверяют типизированные выражения на наличие, ну, галлюцинаций.
Вот. Кстати, я попробую сейчас. Это был примерчик для другого, но я сейчас попробую этот примерчик затолкать и в. Ну, короче, я его в разных ипостасях буду использовать. Вот у нас есть программка на питончике. Сейчас мы ее сюда вот затолкаем. Вот. Ну, которая там примерно минуту считает. Что-то она там считает примерно минуту. Нет, не минуту. А, ну да, там нужно ее импорт сделать. Python. Импорт O. Тест. Вот, что? А, O.тест. Ты что ж такое? Вот, она примерно минуту считает. Сейчас мы это увидим. А может быть и меньше, или 12 секунд, как-то так. В общем, немного она считает. Не минуту, конечно. Минуту мне было бы жалко. О, у меня тут зашумел процессор. Значит, вот 24 секунды она считает. Ну хорошо, пускай будет 24 секунды. А, я знаю, почему она считала 24 секунды, потому что у меня еще кодировщик видео там параллельно идет. Вот, значит, давайте мы сейчас попробуем ее этим самым MyPy обработать. А, давайте мы его сначала установим. Чё? Ну, он хочет, чтобы я обновил пип. Давай я обновлю пип тебе. Вот. Чё говорит MyPy? Чё-то он завис. Он говорит, что все хорошо. Попробуем сделать вот так вот. Обратите внимание, что вот это уже штука, которая средствами обычного питона не делается. Понимаете? Да? Он там декомпилирует это до синтаксического дерева, ходит по этому синтаксическому дереву и смотрит, если у него встречается типизированный объект, то отлично, мы можем проверить, та операция, которая в данный момент происходит, она вообще допустима или нет. Вот. Давайте мы это уберем оттуда. Вот. Вот такая картина. Вот довольно такой типичный пример всего. Вот. Что еще умеет MyPy? Он умеет, например, не проверять нетипизированные куски. Вот. Потому что вы пишете на питоне, вам почти наверняка понадобятся нетипизированные куски. Ну, много что он умеет делать. В частности, с его помощью можно как-то делать предварительную проверку, например, в IDE. Вот этот самый PyCharm, самый монструозный IDE для питона пользуется MyPy. Вот. Но самое интересное другое. Самое интересное вот что. Предположим, вы написали программу на питоне, строго типизированную. Могли бы написать и на C++, как тут говорят. Ну, могли бы, конечно, но я предпочитаю на питоне. Синтаксической как бы выгоды все равно большая. Если ваша программа строго обмазана C++, ну, вернее, строгой типизацией, то, как совершенно справедливо сказал человек по имени 5ELLL, вернее, с ником, мы можем скомпилировать это обратно в бинарник. И это еще одна такая пограничная зона, потому что, смотрите, я искал, как пользоваться вот этим компилятором, нашел проект, который называется MyPyCi. Его там довольно долго вел один товарищ. Только в прошлом году этот проект влился непосредственно в проект MyPy. Прям один в один. Вот. То есть сейчас вот этот компилятор из строго типизированного питона в бинарник развивается самим MyPy. Только он немножко секретный, потому что понятное дело, что есть очень много всяких питфолов, которые нужно затестить. Но свои модули они собирают этим MyPy. Обратите внимание, что сам MyPy приехал бинарный.
Видите, да? Вот он. И, в общем, бинарный он приехал. Если сейчас заглянуть вот сюда, вот. А, нет, MyPy нифига не бинарный. А кто бинарный? А кто бинарный? Расскажите мне. А вот type.tst уже скомпилированный бинарный. Интересно, а я видел, А, его нету под 9-й питон. Вот что. Они еще не сделали выпуска под 3.9 питон. Под 3.8 не сделали. А давайте попробуем из 3.8, слушайте. Интересно же. Я хотел показать другое. Ну, сейчас. Сейчас. Да можно, кто вам запрещает? Lib, Python, Python, Side Packages. Давайте посмотрим. ls. О! Вот, для 3.9 питона они еще не сделали этот самый, да? А вот для 3.8 обратите внимание. Вот каталог MyPy, давайте сюда залезем. И у них все питоние модули скомпилированы до C с помощью вот этого самого MyPyts. Давайте мы его тоже потестим и на этом закончим наш разговор, потому что время наше вышло. Cat o.p. Да. Значит, вы видели, что, ну, давайте ради... Вот, значит, мы видели, что на ради эксперимента на 3.8 питоне это проверим, что эта штука считалась примерно 24 секунды у меня. Сейчас посмотрим, сколько здесь. И в силу того, что все объекты здесь типизированы, мы можем совершенно однозначно составить табличку 25 секунд, но это дело в кэшах, составить табличку соотношение питоних объектов и сишных, превратить их в сишные. Гвидо очень хороший программист на C, поэтому там абсолютно прозрачный интерфейс. В следующем семестре мы будем немножко туда заглядывать. Ну и... Вот вам, значит, вся эта вот радость, да, взял сформировал объектники, и эти объектники собрал в библиотечку. Вот она, эта библиотечка. Давайте мы ради эксперимента помувим это во что-нибудь, чтобы оно не заимпортилось случайно. И повторим наш тест. Пять секунд. В пять раз быстрее. Вот. Понятное дело, что это такое далекое будущее. Вот. Значит, потому что вам нужно реально придерживаться довольно строгой дисциплины. Но в отличие от других проектов питона-компиляторов, да, это такая штука, завязанная строго на синтаксисе питона, что, в общем, нам сильно много обещает. Почему я не хочу идти дальше? Ну, во-первых, потому что время уже я выжил целые 5 минут лишку. А во-вторых, потому что если почитать вот записи этого товарища, вот, в типизацию на питоне, то в какой-то момент вас начнет преследовать такая тягомотина, что, слушайте, он же изобретает, вот, те самые страшные C++-ные дженерики, ради необщения с которых мы тут, собственно, в питон-то и ушли. Вот. Но тут уж дело такое, да, все языки на свете в конце концов превратятся в C++, вот, в том смысле, что туда напихают все, что угодно. Вопрос в том, в какой форме это туда пихают, да? И вот питон, как видите, развивается таким образом, что инструменты синтаксические, поддержки всего этого безобразия в нем есть, а необходимости его поддерживать нет. Мне кажется, это очень важно. Если ваша задача надежное программирование,
Какая-то оптимизация вот, в стиле тяп-ляп в 5 раз быстрее. Да? Какая-то прокачка прагматики того, что вы пишете, через все сообщество, которое, с которым вы работаете. То аннотация – это ваш, как бы, ваш путь. Да? Вообще считается хорошим тоном писать аннотированные тексты. Но если ваша задача здесь сейчас на колени написать домашку или написать инструмент, который не очень нужно поддерживать, или код которого настолько очевиден, что как бы, совершенно не обязательно его обмазывать вот этим всем, то можно не обмазывать. Выбирайте. Да? Ваше как бы, право, вы можете делать так, можете делать это. Вот. Все, я почти уложился. Я продолбал 5 секунд, но будем считать, что эти 5 минут ушли на перезапуск ОБС. Напоминаю, что у нас есть телеграмный чатик для обсуждения вопросов, непосредственно связанных с лекцией, а также телеграмный чатик для обсуждения вопросов, непосредственно не связанных с лекцией. И если у вас возникнет какой-то разговор, значит, всегда welcome, продолжаем его там. На чем, собственно, до встречи. Сегодня последнее домашнее задание по питону. Больше домашних заданий не будет. На что оно будет, я не знаю. Ну, скорее всего, я таки попрошу вас написать декоратор, который проверяет типы сообразно с аннотацией. Но это надо еще потестить, потому что я никогда так не делал. Все, если нету вопросов и замечаний, тогда до встречи в эфире в следующий раз.